Coming. Мамочки. Попал. Я застрял. О, какие грозди. Для чая. Вот такие вот спуски, я стал называть их аквапарки. Участки аквапарка. Ты неси меня, река, за крутые берега. Ох, отлично, мне нравится такое. Все, добрались до Черной. О, привет. Да, которых вчера видели. Хорошее место. Вон там вот, сейчас покажу. Вон там вот черное. То ли вытекает, то ли втекает, не знаю. Но места прям тут, ну, пятачок большой прям. Такой хороший. Рыба тут по-любому есть. Не та, да, которую надо, но все равно, я говорю, что она есть, я про это. В итоге мы проехали 23 700. Да, 23 километра 700 от начала Сахатины с одной ночевкой. Чё думаешь? Чё, давай меняться сейчас. Чё, надоело? А не, я придумал, что тебе надо сделать. А? Ну ладно, давай меняться. Блин. Ага, есть. Отпускает, что ли? Блин, отпустил. Опять догнал. Есть. Что это? Щука, что ли? Что-то непонятно. Щука, походу. Блин, а где мои щипцы-то? Прикинь, я щипцы потерял, по-моему. Сейчас я намучаюсь тут. Ну.
Хорошая щука. Пятерочка. Нет, четверочка. Подкрутить. Есть. Стоям. Такая нет, четверочка, минимум четверочка. Прикинь, я эти щипцы не знаю куда дел. Все, лови. Замучила тебя. Пошла. Опять аквапарк начинается. Да, Сахатина меня держала постоянно в напряжении. Река оказалась немного коварной своими перекатами и подводными камнями, которые очень плохо было видно. Я, как всегда, на них наезжал снова и снова. А в голове были мысли, как будто река не хотела нас отпускать, особенно меня. Я же ничего плохого ей не сделал, она вот так вот со мной поступала. Постоянно была полоса препятствий. Но зато река давала мне набраться опыта и преподавала мне урок. Ну и правильно делала. Но это была чисто такая моя лирика. А вообще нам от Черной речки до слияния Сиговой надо было пройти всего лишь 5 километров 800 метров. Но за эти небольшие километры физически нужно было потрудиться веслом. Кстати, весла брали одинаковые на сайте Руссплав. Очень легкие и прочные. Вес небольшой, всего лишь 960 грамм. И это не реклама, друзья. И ссылку оставлять не буду. Сами найдете. Просто хочу поделиться с вами и посоветовать такое весло. Если брать, то нужно брать хорошие, проверенные вещи. Давай, давай, давай. Грибанул, блин. Я встал. Опять встал. Нормально так, блин. Камень. Жопой прочесал опять. Эти камни, блин. Mm-hmm.
Бляха-муха. Куда рулить? Мамочки. Застрял! О! Фу! Что за фигня так? Все, вот оттуда мы пришли, вот по этим порожкам. Заколебался, конечно, скакать по этим камням. И мы пришли до Большой Сиговой. Там вообще капец, там такие камни. Булыжники. Сейчас попробуем, Антоха начал ловить, ну, вернее, бросать. Может, что-то будет, сейчас попробуем, может, корюшков половить. Кидали мы, кидали на этой Сиговой, так и не увидели поклевку. Дальше нам надо было пройти 3 километра 600 метров до слияния Сиговой и Сухой Тунгуски. А вообще, Сухая Тунгуска — это была основная наша цель, чтобы добраться до нее. Откуда начнется наш основной многодневный сплав аж до самого Енисея? У нас, так скажем, будет просто прямая. Следующая остановка у нас будет не так уж и далеко. Речка Подкаменная, где мы обязательно остановимся на рыбалку. Дошли мы до Сухой Тунгуски. Вот река и вот река. Сливается все в одно единое. Рыбачили, что-то ни одной рыбки не поймали. Сейчас попробуем на Сухой Тунгуске половить. Как хорюзов, блин. Ну, были поклевки, конечно. Ух. Сошел. Может, с крючками что-то? Блин, у Антохи таймень сошел. Что-то прям большое было. Класс. Давай, Антох. Я думал, зацеп будет.
показал, что зацеп. На вертушку. Леночек. Ага, хрен, щука. Да ладно. Да. Везет мне на щуках. Небольшая. Да. Так. Опять щука. Ну вот такая. Я отпускаю, короче. О, сразу. Вот перешли сейчас слияние, получается, с Охотиной вместе с Сухой Тунгуской. Пришлось, конечно, тут пешком, а тут немножко было перетащить и все. Впереди какие холмы, прям такая шишка. Красиво. Очень красиво. Пока рыбы нету. Сейчас кидали. Что-то нету. Сейчас до какого-то острова, что ли, Антоха говорит, надо дойти. Время уже, ну, где-то 4:30. Времени у нас еще много на все, про все. Ну, скоро будем уже на ночлег. Сегодня пораньше, наверное, встанем на ночлег. Ну вот, я в Сухой Тунгуске. Река расширилась, и вид стал совсем другой, более обширный. Антон на этой реке бывал уже много раз. Он спускался всегда разными маршрутами и попадал все равно в эту реку. Тут много рек, которые все равно ведут тебя в Сухую Тунгуску. Все зависит от твоего маршрута, откуда ты пойдешь и в каком месте ты хочешь выйти. На этой реке было где-то поселение, так и называлось, поселок Сухая Тунгуска. Точно я не знаю где. Посмотрел в интернете, писали, что он был основан в 1805 году. Сынопоселенцем из Санкт-Петербурга Сидоровым Федоровичем Ковалевым. И все, информации больше нет. Сколько проживало там людей, как они там жили и где точно располагался поселок, неизвестно. Мелко тут. Застрял.
вышли прогуляться. Галечная такая коса. Ну, это как остров с той стороны. Сухая Тунгусская и с этой стороны. Погулять по камушкам. О, камушек. Сколько лет ему. Лежит себе. Никого не трогает. Его никто не трогает. Ну, видно, что он как будто отколотый. Известняк, что ли? Похож на известняк. Не знаю, не разбираюсь в камнях. Все, едем дальше. Танцующие лопухи. Ну, видно, как танцуют, да? Там такие тык-тык-тык-тык-тык-тык дергаются. Танцуют. Дорогу у меня кружка в ногах. Едешь, пьешь воду чистую. Вода вообще чистая. Хоть упейся. Захотел попить, попил. Так. Дошли, речка Каменная. Здесь мы, она отсюда спускается. Угу. Фига себе, Антоха нашел перчатки себе. Ну, сейчас беру. Крутые причем. Бля, новые практически. Офигеть. Что-то большое. Иди смотри, что это. Ленок или нет? Таймишонок. Таймишонок. Ленок. Ленок? Ух ты! Вот это леночище, я таких не видел. Кабан пятак. Че поставил, черненькую? Нет, обычную эту Maps. Сразу же? Как на, ну, то, что я на харю заставил, да. Прям сразу бахнуло. Так, ну вроде нашли место под ночлег. Тут костяники целыми гроздями растет. Ну, какие грозди.
для чая. Так, из шиповника делали чай. Не знаю, мы сегодня с костянинки сделаем. Полно ее тут. Так, у нас вечереет. Попробуем. Не то поверить. Так, нет. Так. Ага, прямо здесь брал, возле меня. Прям рядышком. Кариузишка маленький, такого не берем. Есть, есть, ага. Поболя будет. Ух, о, ленок. Я его сразу узнал теперь. Я теперь знаю, как он выглядит. Еще один ленок. Не знаю. Да, небольшой. Как бы самому не упасть. Есть. А, да? Блин. У нас идет приготовка, жарка ленка. Антоха занимается. Уху я сварил из ленка. Ну, мы тут погрызли, конечно, уже голову. Вот, и сама основная уха, вот она. Там еще частички ленка, хвост там. Вот, такая проблема. У меня, короче, возникла такая проблема. Мой пауэрбанк, пока в рюкзаке был, вот этот вот, на 60 тысяч, который, он сдох. Ромас, столько лет он мне служил, не знаю, сейчас вот сохнет, вот здесь вот воды было много, может быть где-то замкнул, что-то там перегорело, не знаю. Вот. Ну все, вот вечер у нас, сидим, отдыхаем. Кстати, чай у нас сегодня из костяники. Набрали костяники. Где кружка? Вот она. Чай из костяники. Это просто бомба. Он получается как морс. Пьешь его, прям очень приятно. Костяники тут просто до одного места. До жопы, короче, так скажу. Все, вот палатку поставили. Но мы наверху. Вон там, получается, у нас байдарки внизу. Забрались наверх. Нашли дров. И снимаю сейчас на телефон. Потому что батарейки все сели. На моей камере сели. Завтра буду заряжать на солнечной батарейке. Такая у меня камера. Хорошая камера, офигенная просто. Кто знает, то знает. Вот такая у нас обстановка на сегодняшний вечер. А завтра нам надо будет сколько проехать? 25 километров. Около 25. Ну, рыбы половили. Вот сейчас радуемся.
что там? Дай мне какую-нибудь вилку. Вилку? Сейчас дам вилку. На вилку. Это мы жарим завтра на обед. Мы жарим на завтра. Ну, завтрашний обед, я имею в виду. Потому что мы, кстати, сегодня съели хорюзов в обед, которых вчера нажарили. То есть мы в дороге просто для дороги жарим вместе бадарки. Как это сказать слово? Швартуем и просто плывем по спокойной воде и кушаем и пьем воду прямо из реки. 27 августа. Мы в Сухой Тунгуске, у нас постоянно будем идти по Сухой Тунгуске. Лагерь собрали, вчера наелись костяники, я в жизни столько не ел костяники этой. Чай хороший получился из нее, как морс. И сегодня нам надо будет пройти минимум 20 километров. А там будет река впадать болотная. И вот мы сегодня до нее идем, и там будем рыбачить. Ну и у нас сегодня, в принципе, нормальный рыбный день должен быть. Погода опять хорошая, мошек много, сегодня солнечная. Это, как ее, солнечная панель нормально справляется. Сегодня этот поставил на зарядку, было на камере 14%, сейчас уже, ну сколько там, за час, может полтора, уже 85% зарядило. Вот, пауэрбанк у нас чуть-чуть подгорел. Возле костра оставили. Придется пользоваться солнечной панелью. Но она неплохо заряжает. Ну все. Мы байдарки собрали. Сейчас попрем. Все, отплываем, отчаливаем. Сейчас водички попью. И нас ждет долгий путь. Да, сегодня погодка как раз солнечная для зарядки камеры от панели солнечной. Ну, тут прям по колено воды. Дальше мы останавливались на каждом ручье, которые сливались в Сухую Тунгуску. Для поимки тайменя, линка или хариуса на ручьях были самые перспективные места для ловли такой рыбы. Мы не спеша через каждые 2-3 километра останавливались на ручьях. Мы не пропускали ни одного ручья. Нам нужно было поймать любую рыбу для пропитания. Потому что нам идти еще много дней и надо было чем-то питаться. В нашем меню был основной рацион — это только рыба.
Капец. Тройник мне сломал. Что-то было по, ну прям такое нормальное было с первого же заброса. Надо менять тройник. Что-то сейчас большое сошло. Так и не понял и не увидел, что это было. Едем до следующего поворота, до следующей рыбалки. Решили здесь порыбачить на такой вот косе. Ну вот там вот прям глубина капец. Надо заходить в воду подальше. Ух, вода какая чистая. Все видно. Маленько порыбачили, что-то ни одной поклевки тут нету на этой косе. Зато фотки классные сделал. Пофоткал. Будет что вспомнить. Вон там лось переходит. Или олень. Там прям на берегу, не знаю, на камеру видно, нет. Блин. Короче, он кто-то перешел там. Щука. Я прям видел ее. Да. Щука. Да. Ну такая. Полторашка, наверное. У нас обед на воде. Вчера рыбу же нажарили мы. Вот. Сейчас поедим рыбки. И чайки, блин, откуда они взялись, я понять не могу. Две чайки. Тут не было. Вчера, когда потрошили этот, как его, рыбу, они на утро прилетели на запах. Тут вроде нету их. Почему такая фигня происходит? Thank you.
Все, отошли от ручья. На ручье порыбачили, что-то ни одной поклевки нету. Где Хариус? Фиг его знает. Хотя я его видел. Прям вот с лодки, когда сплавляешься, вода же прозрачная. Один проплывал, прям четко было видно. Ну такой крупненький был. Так, что у нас тут? Речка болотная. Да куда мы хотели дойти? Ну как речка? Ручеёк, ух ты! Галька засасывает. Речка болотная. Небольшой проход. Рюкзак нормальный, хорошенький. Что-то по харюзам слабенько. Один штука. Ладно, нам сейчас надо будет до каких-то там порожков дойти. Может, там повеселее будет. По рыбе-то. Со временем начинаешь понимать и видеть зрительно, как объезжать бурники. Тем самым набираешься опыта все больше с каждым километром. Взял я с собой очки поляризационные, оказались темноваты для пасмурной погоды. Камни было плохо видно. Но вот солнечную погоду хорошо в них посматривались бурники через воду. Надо было брать, конечно, посветлее очки. Такие очки хорошо себя показали только за рулем автомобиля. Дальше все у нас было по маршруту. Нам нужно будет дойти до базы и узнать, живет там кто-нибудь или нет. Если да, то попросить продуктов, которые у нас почти закончились. Ну и, конечно же, по пути также порыбачить на ручьях. Рыба нам всегда нужна в первую очередь. Здесь мы и порыбачим. Все, нарыбачились? Нету тут рыбы. Ладно, поедем дальше. Доехали до речки Озерной. Тут покидаем. Антоха все пытается таймени большого поймать. На мыша ловит постоянно. Я на вертушке, а он только на мыша ловит. Пытается. Ага, что-то тащит. На мыша. Ленок, походу. Или что там такое, не знаю. Что-то серьезное там у меня. Борется. Ух ты, не дает, а? Да. Не хочет на берег выходить. Вроде вот-вот. Не хочет. О. Есть. Сейчас допинает его.
Что-то на линка похоже. Но. Линочек. Какая радуга. Что-то дождичком попахивает. Еще одна речка под названием, сложным названием, там какое-то название не выговоришь, я уже забыл. И вот там у нас там база стоит, там домики, где-то здесь отсюда видно, вон там дом стоит. Ну там несколько домов. Заедем туда сегодня. Сейчас покидаем, заедем. За весь день мы прошли до базы не спеша 24 километра от слияния сухой Тунгуски с Сиговой речкой. Дальше нам предстоит дойти до самого большого и опасного порога. Но это уже будет в следующей серии. Оставайтесь на канале и подписывайтесь на мои каналы YouTube, Дзен, Рутуб, чтобы не потерять меня. Ссылки будут в описании. Вот все наши вещи. Натаскали дров. Сегодня будем прям на берегу ночевать. Как пираньи, блин, налетели. Сухая Тунгуска. Прибыли. Вон там утекает окуневка. Я, кстати, вот такую приблуду придумал. Не знаю, насколько она эффективна. Ага, Хариус.